Друзья, привет! С вами Кимей Фадим. И сегодня мы поиграем в Дикие танки онлайн. Вот на этом. Лупоглазики т 261 1 Решил я перейти на советскую ветку, чтобы на новую эру именно перейти здесь. Вот по этой ветке решил пройти. Не знаю, кто знающий, подскажите правильно или нет. Прикупить себе ИСУ-152. Вот эту вот ПТ-шку премиумную. Не знаю, конечно, по другой ветке идти там интересней, КВ и прочее, но там какие-то непонятные самоходные машины на колесах. Вот почему-то решил по ветке ПТ до новой эры дойти, хотя можно было, конечно, здесь. Но что это такое? Не знаю, может, потом и там пройду, если интересно будет. А может, и не надо. Напишите сами. Пока решил вот так. То есть взять советскую ветку Т-26-1, э, это что такое за тягач? Не знаю, кто на нем играл, для чего он нужен, напишите. Премиумные танчики подкупить и купить золото, как вы говорили. Вот сейчас в таком у меня состоянии, сейчас мы его улучшим немножко. Пушка топовая, движка топовая, надо будет еще улучшить немножко башню и гуслю, чтобы перейти на БТ-7. Откроем БТ-7, естественно, пойдем дальше. Так, за золото мы не будем ничего делать. Вот так. Оба. Гремит, конечно, когда все покупаешь. Такой грохот тут везде стоит. Над звуком бы поработать и разработчиком немножко. И над звуком выстрелов, потому что как по консервным банкам шараш Или по тазикам по каким-то. также когда покупаешь, вот это, развиваешь танк. Ну все, теперь он у нас, друзья, топовый. Вроде, да, пушка. Все это топовая Вот такой вот чудик, Буратос. По глаза. и вот э, патроны не знаю, что с ним делать. Ничего не буду покупать. Буду на ББ играть. Я надеюсь, ими все пробью с вот этими первыми ББ. Ну и нафиг за золото по дети брать. На первых уровнях, тем более, вы говорили, сильно не тратить ни на что. Попробуем так. А там посмотрим. Думаю, немножко золото набрать и быстро этот первый уровень-то пройдем. Там уже на БТ7 пересядем. Так это на складе. Экипаж, У экипаж тут какие-то модули. Угу. Ну, пока ничего менять не будем. Как есть оно, так и есть. Не будем заморачиваться уж с первым уровнем-то, ребят. Ну, его нафиг. Вот его характеристики довольно-таки простенькие. Ну, главное, чтобы нам пробития хватило, а урон-то будет неплохой. Все, сейчас вроде все настроили. Пойдемте в бой. И у меня тенденция в последнее время такая возникла, ребят. Не знаю почему. Сейчас вам расскажу. В бой только зайдем. Начинается бой. Вроде едешь, все, первый раз в этом бою, первый раз на этой карте, например. Начинаешь играть, опа, минуту проходит, или даже больше, и ты один остаешься, все твои союзники сдохли, не нанеся почти урон, он ну, там может кто-то 50, 30, 100, и ты один, там, такой крутой, 500, 700 нанес, думаешь, ё-моё. То ли боты, то ли что еще. Тут, наверное, очень много ботов, ребята. И зависит от кого от того, кто куда попадет, что ли, или как не знаю. Вот пример. Сейчас я вам специально показываю этот бой. Ничего не предвещал. Спокойно играю. Есть союзнички. Сейчас будем убить их. Бить. Смотрите, соточка вылетела от меня с срикошетили. Нисколько меня не пробили. Под углом стояли. Очень удачно. Сейчас вот этому еще навезем. Опять вылетело 81. То есть довольно-таки удачно все выходит. Вот наша какая-то тут. Странная машинка летает, сейчас мы ему еще раз. 80, отлично. Ну и решаю переехать на другой фланг. Заехать к ним сзади. И все, смотрите, сейчас все пока еще живые. И у тех, и у них, смотрите, просто-напросто. Сейчас вот этого помогу, чуваку. Он там борется. Вот первый мой фраг, отлично. Есть фражочек. Убил. Даже мы ведем, сейчас у них одного нету. У нас все живые, как бы все хорошо. Но это резко закончится, сейчас резко все сдохнут, буквально 20 секунд, никого не будет тут вот, увидеть. Сзади заезжаю и начинаю. И что у них за светом? Это вообще вот и в этой игре вот так, оп, уехал, выезжаю. А никого нет, несколько секунд. Опять накернил Т-26. Опять отъезжаю, перезарядился, опять никого нет, появляются. Ну, в общем, думаю, то мы сейчас выиграем. Смотрите, а остались мы вдвоем, все сдохли. Причем сдохли моментально, я в шоке в полном. Хотел убить одного, убил другого. Точнее, ранее. Вот все, ребят. Еще один фражочек, и сейчас на нас вылетят со всех сторон, и мы сдохнем. Моментально, просто моментально, за 10 секунд не стало никого. Вот если бы мне этот ПЗ, можно было бы еще что-то подумать как-то. Они все шотные были, можно было постараться затащить, но не получилось у меня Со всех сторон меня убили. Вот такие вот бои частые. Сейчас вы посмотрите результаты. Я ничего не делал сильно. Оказалось, 710 набил, два фрага. Ну, еще вот один чувак 254, остальные-то ничего. То ли ботов здесь понапихали, то ли тут вообще малышня играет. Ну надо быстрее уходить, короче, с первых уровней. Потому что так неинтересно. Это уже не первый бой. Просто сдыхают моментально все. И все. Нам, может, тоже первый раз зашли, только что как-то так. В общем, напишите, что за фигня, почему такая шляпа-то происходит из боя в бой, что дохнут просто за 10 секунд все. Так интересно, это был встречный бой, будем дальше продолжать, до новой эры качаться, ребят, стараться. Ну, это лупоглазик интересно, мне понравился, хороший танк, урон у него хороший в топовом состоянии, по соточке, по 70, по 80, золото прикуплю, вот 2500, как писали, сколько оно только стоит, непонятно, но разберемся на золото сразу же возьму себе э, прям танк. Вот такой бой получил. Пишите свои комментарии, друзья. Побольше об этой игре. Спасибо тем, кто помогает, разъясняет мне все по этой игре. Много пишет в комментариях. Обязательно пишите комменты. Ну а с вами был кимеев 1 И до встречи на полях сражений, друзья. Всем пока. Пока.